хотя бы немножко пообщаться. Мне нужно проникнуть в его сон. Мне нужно проникнуть в его сон, чтобы он понял, так скажем, сказать ему некоторую информацию, чтобы он проснулся и как-то это зафиксировал, так скажем, чтобы сделал какой-то знак ВКонтакте, и чтобы я сделала это подтверждение, короче, в реальном мире. Надо проникнуть в его сон. Это надо сделать именно мне, потому что он слишком занят другими делами. Но дать понять, что я с ним, что касается, я очень, что даю мощную поддержку, так скажем. Много ли есть люди, которые отказываются переводить деньги? Так скажем, дать знать, что... Он пиздец, что он сможет сделать? Он сможет сделать этим миром все. Дать ему толчок именно во сне. Потому что во сне я смогу передать все чувства. Все чувства, так скажем. Это будет мощное сообщение. И мне надо передать такое мощное сообщение, чтобы у него больше не осталось сомнений, потому что надоело эти сомнения. Я чувствую его сомнения. Чувствую, слышишь? Я чувствую твои сомнения нахрен. Я их чувствую. Мне надоели. Я сделала такое охуенное для подтверждения. Я чувствую, что мне нужно подтверждение. Я сделаю это подтверждение таким охуенным, чтобы, блядь, все, никогда больше сомнения не возвращаются. Будет, ну, сомнения будут, так скажем, возвращаться, но это будет в форме игры уже. Ну, короче, будет все равно интересно в будущем тоже. Очень интересно будет в будущем. Это будут, короче, не такие сомнения, но, так скажем, в будущем. Сомнения будут очень другого плана.